Думаю, что, конечно, нужно. Если это государственные компании, то мы вправе знать, что же мы платим наемным нашим работникам. Но другое дело, что у нас сегодня за верную службу государеву граждан награждают тем, что назначают их в совет директоров. Вот на высокооплачиваемой должности. Это тоже порочная практика, абсолютно. Потому что там оказываются люди абсолютно непрофильные, которые никогда в жизни не занимались, не руководили никаким производством. И это вот проблема кадровая. Я считаю, что нужно все-таки законодательно обязать их декларировать свои доходы.